Всем доброе утро. Сегодня действительно утро. Это 7 часов 8 минут. Сегодня я встал пораньше почему-то. Сам не знаю почему. И поэтому все-таки решился прогуляться в сторону улицы Ушакова. Давно про нее рассказывал, но давно не показывал. Идемте, прогуляемся, в том числе и по Победу. Обратите внимание, в Лазарском пропали остановки автобусные. Видите, везде. Этот объект еще не достроили, не знаю, что это такое. А автобусные остановочки вроде как собираются менять. Поживем, как говорится, увидим. Посмотрим. Ну и, соответственно, покажем. На противоположной стороне тоже пропала остановочка автобусная. Пока огородили все. На автобусной остановочке у нас останавливаются все, кроме автобусов. Потому что автобусам остановиться негде. Видите, одна машинка стоит, сотрудники на личном транспорте приехали, тоже поставили. Вот такая вот беда в Лазаревском с парковочками. Ну, идемте дальше. Встает солнышко. Улица Победы такая освещенная становится, красивая. Вон это красивая, то красивее становится. Пингвин пока еще закрыт. Кстати, говорят, я давно здесь не был. Говорят, очереди здесь вечерами. Свободного столика не найдешь. Вообще. Совсем-совсем. Доброе утро. Люди просыпаются. Ну и ходят кто на работу, кто куда. Я подсмотрел дома на термометре. Температура воздуха была плюс 21. Вот кто-то одевает. Ну, народ вообще потеплее одет. Я тоже напялил на себе кофточку. Футболка, кофточка, пока комфортно. Пока я на них смотрю, что-то мне кажется, они укутанные. Товарняк там где-то идет. Самый оживленный зимний перекресток. Пока тоже спит. Людей мало. Технический перерыв. Я думаю, вроде свет горит, а никого нет. Переходим на темную сторону. Здесь, в связи с тем, что много деревьев, света поменьше. Может быть, будет немного темновато. Посмотрим. Ну, в целом, это даже хорошо. Не так жарко в летний период. Да и зимой не очень холодно. Убирают улицами. Тут кто-то делает уазики. Бывает такое, что вот там встал, и что-то не заводится. Или что не заводится, но работает не так. Можно сказать, что зимняя улица Победы, обратите внимание. Зимой будет приблизительно то же самое. Деревья будут практически такие же. Да не практически, а такие же. Листвы разве что будет, может быть, немножечко побольше валяться. Людей будет также мало. Спрашивали, где сапожная мастерская. Вот, я рассказывал, объяснял вот здесь, вот с торца. Правда, ни один сапожник в Лазаревском, как я уже рассказывал, не сделал мне должным образом сандалии. Походу, я их сам буду липучку эту перешивать. Что один, что второй сделали. Липучка однодневка. На следующий день она уже просто вот со своими обязанностями не справлялась. Сбербанк. Кассовые банкоматы работают, понятно, круглосуточно. Но я так думаю, что они вам уже особо-то и не нужны будут. Сезон-то, ну, во всяком случае, в этом году. Сезон-то на обувь. Ну, вот клиенты есть, там есть. Вот. И девушка вышла одна, и там мужчина вот. Два, аж даже два сразу. На противоположной стороне такой ярко-зеленый оазис, такая свежая листва, как будто бы весна. Надо будет как-нибудь подняться вон в те дворики, прогуляться, вам показать.
Я если был там, то один раз только. Вот там он где-то прогуливался за всю свою жизнь. Ну, в принципе, делать мне там просто нечего особо, по большому счету. Поэтому так все, как говорится, и произошло. Ну, интересно. В свое время, когда я высматривал цены на квартиры, попадал на одну квартирку. Конечно, она тогда мне казалось, что сказочно дорого стоила. Стоила она где-то 4 миллиона с копейками. Сами понимаете, что сейчас за эту сумму ее, конечно же, не купишь. Какой там был обалденный вид сверху. Волк бежит хищный. Ну, увы, все время что-то мешает. Ботаник! Справа библиотека с огромной надписью «Я люблю читать». Видимо, сотрудники библиотеки для себя или про себя сделали. Сейчас в основном, знаю, все читают электронно или слушают аудиокниги. Наверное, опять же. Невестка на прокат, знакомые лица. Игорь Маменко. Прелесть измены. И Святослав Ещенко. Можно пойти там дальше по почтовому переулку, можно свернуть здесь, в сквере Кирова. Пойдемте, наверное, по скверу прогуляемся. Хотя, даже не знаю. В сквере особо показывать нечего, разве что вон дерево. Где-то там, на въезде в Лазарской, я прятал именно в таком же дереве сувенирчик. Да вы его уже нашли, знаете все. Пятерочка вместо Урал-Сибьюкбанка. Аксессуары для смартфонов. Стекло защитное, 300 рублей. Открылся новый Озон. Все больше и больше Яндексов, Озонов и Валберсов. А такие магазинчики потихонечку умирают. Все, наверное, тоже. Будем закрывать арку. Перейдем в интернет-магазин. Сочинский техникум. Ну и сейчас по переулку свернем, прогуляемся. Ателье, Проторт, опять же, как я говорил, Яндекс.Маркет и банкротство граждан. Приходите, вас обанкротят за ваши же деньги. Магазин кроссовок. Честно говоря, даже не знал, что это тут такое есть. Яндекс.Маркет как-то заруливал. Было такое. Вы обратили внимание, настроения такие хитрые сделанные. Строения, металлический каркас, обшитый стеклом. Не стационарное строение, я так понимаю. У него разрешение не требуется. Там он почта, внутренние дворики, и мы с вами идем к светофору. Не знаю, сколько там осталось. А там, походу, 80 секунд, так что спешить, как говорится, некуда. По правую руку у нас детская поликлиника. Тоже, знаете, сама поликлиника находится в старом здании. Да и подъезд-то к ней. Не, подъезд, в принципе, есть. Парковок нету. Вот тут вот где-то в зимний период еще можно, конечно, найти себе местечко, машину припарковать. А так обычно родители заезжают туда, там узенько. Там ужасненько. Лавочки старые. В общем, в принципе, есть куда расширить. Сделать такие заезды, хотя бы, чтобы ставили. Хотя бы высадить пассажиров было нормально. Вот здесь живут мотоциклы, типа моей Ямахи. Обратите внимание, внутри. Я уже, наверное, все время вам рассказывал, что в этом месте обычно покупали фанту в автомате. А кто-то едет домой.
в этом утреннем поезде. Не скажу, что вижу много людей, смотрящих в окошке. Может быть, они смотрят на противоположную сторону, что более вероятно. Ну, никак не в сторону улицы. Так, пойдемте. Настал тот момент, когда даже утром машин мало, что в сторону Сочи, что из Сочи. Что за поезд, не пойму. Слишком мелко написано, да и не важно. На месте, где были киоски, по-прежнему ничего нет. А мы бережемся поезда и переходим через железнодорожные пути. Путь здесь один. Не знаю, как долго он еще будет живым. Может быть, со временем его и того уберут куда-нибудь в горы. Хотя хотелось бы, чтобы электрички остались все-таки. Мы уже поднимали эту тему. Как электрички, этот маршрут очень был бы удобен. Вопрос с экономической точки зрения. Интересно бы было бы ЖД содержать все это. Большой вопрос. Портретист. А, потерялся код. Большой код. По-прежнему проблема с мусором. Да, сотрудники, видите, с утреца убирают. Но мусора очень много. И выставлен он, так сказать, не очень. А мы с вами тем временем дошли таки до улицы Ушакова. Обычное гнездо УАЗиков сейчас занято легковым автотранспортом. На бордюрчик приходится заезжать лежа. Да, ведь я видел такую заниженную машинку. И опять же Белгородский, 31 регион. Что-то последний раз на них попадать стал часто. А то меня чуть не сбили там на пешеходном. Так вот, вы знаете, там на улице Калараш положили такой, что-то типа лежачего полицейского, ну такого упитанного большого. Прям сразу под мостик въезжаешь и там. Вот он, парень, ее не заметил. Как днищем. Прошуршал по ней. Что ж мне больно стало за машину. Улица Ушакова, Инжир. Машинки, заказы всякие. Флаг Андреевской. И прямая дорога к морю. Вот тоже инжир. Ну что-то ягодок я особо не наблюдаю. То ли их уже того, вот сломы свежие наблюдаю. Хотя вроде для инжир нет, уже пора. Инжиру самое время, да, там он есть красненькая наверху. Хорошенькая. Видимо, уже все. Кто-то его съел. До моря осталось метров 150 плюс-минус. Перекресток Ушакова-Нахимова. Там вот улица Социалистическая. Тихо, спокойно, и только собаки. О, не ты потерялся? Тоже какой-то майкун. Или как он там правильно называется, большой кот. Кот и собака вместе. И не ругаются.
Ушакова 6/2. Тележки из Магнита, из Экстра. Вот они где. Семейство гипермаркетов Магнит. Часы показывают, что я занимаюсь спортом, а я просто слегка гуляю. Что-то непонятное шумит за забором. Ну а мы сейчас посмотрим с вами на море. Обратите внимание, здесь наконец-то убрали. Ну, все равно нашелся кто-то, кто кинул один бычок и жвачку. До урны же донести это проблематично. Урн нет, вон одна, вон вторая, вот третья. Итак, море. Скажу я вам, что море сегодня отличное. Если вчера оно было такое непонятное, я имею в виду ближе к вечеру, волны какие-то были, то с утра ветра практически нету. Не практически, а его нету. На море штиль. Голуби и плавающие головы. Если бы сейчас был январь, я пришел бы такую, показал вам такую картинку, то да, было бы вообще прикольно. А сейчас не январь. Пока сентябрь. Водичка у берега мутноватая, с примесью песка. Да и на глубине, я думаю, тоже она сегодня такая матовая. Вот обстановочка на пляже Лазаревский 1. С утреца я здесь редко бываю. Вчера, буквально вчера, был заблокирован один из явно не подписчиков. Человек пришел с одной, походу, мыслью что-нибудь нагадить. В плане, не то чтобы он сильно нагадил, нет, конечно, не скажу. Ну, начал рассказывать, что он в каком-то там городе в Крыму, и там вот чистейшее море, а здесь гадюшник, и море отвратительное. За что был сразу забанен. Просто чертям собачьим. Ну, если ты случайный клиент, случайно зашел. Ну. Почему-то не заходил, когда я показывал море. Все время красивое, яркое, прозрачное. А вот зашел, вот, когда вчера было такое вот слегка мутное. И гадости писать. Я себе не позволяю писать гадости про Крым почему-то. Зачем люди приходят с такими мыслями? С какой целью, я не знаю. Ну, в общем, был забанен. Нафиг. Нам таких не надо, товарищи. Да, море, оно разное. Это живой организм, оно сегодня мутное. Вчера мутное, кстати, тоже было. А вот позавчера было яркое. Точнее, не яркое, а прозрачное. Очень даже хорошее. Да и сейчас она, обратите внимание, очень даже хорошая. Полнейший штиль. Уже появились покрывальца. Как видите, в этом году лежачков гораздо меньше. Вот они здесь вот, в этой части. Передняя часть практически вся свободна. Единственное, что бы я хотел, так это чтобы вот эта тропинка была практически до моря. Потому что иногда вот ты хочешь пойти к морю, а кто-то самый-самый мудрый взял и прям тебе прям на пути твоем расстелил свое покрывальце. Ну, неудобно. Надо так, чтобы был единый проход к морю. СПА-процедуры Олег. Олег. Тут уже массажист. В общем, денек сегодня должен быть, судя по всему, отличный. Как видите, ветра даже нету. С утра хорошо, солнышко встает. Вот сегодня даже можно пойти вот покупаться, было бы и в 7, вот, и в 8. И... все классно. Мы еще обязательно подойдем к морю.
the best, я так понимаю. Все, зонтики поправляют, подготавливают к рабочему дню пляж Лазаревский 1. Здесь можно поспать, наверное, ночью втихаря пробраться и спать. Наверное, пока рано говорить что-либо про стенд информационный. Сегодня 21 число, да, тут 20. Но вчера было, воздух был 28, вода 26. Вот. Это не я замерял. Это информация сотрудников пляжа. Так что вот так. Очень даже неплохо. Банан, прокат. Теплоходы ждут вас. Сейчас часиков в 8 или в 9, я не помню, сколько там начинается. Народ будет прибывать и отправиться куда-нибудь в море. Что-нибудь да посмотреть. Может быть, даже дельфинов. А может, скале Киселева. Никогда там не был, но много раз слышал. Сейчас с утреца даже можно снять ролики. Я имею в виду тихие, спокойные ролики, когда никто не кричит тебе, ты чисто снимаешь море. А вот собак выгуливать, наверное, здесь не самая лучшая идея. Я понимаю, что их тоже нужно где-то выгуливать. Но иногда мины, оставленные ими, как бы могут не порадовать гостей курорта. Вчера был интересный случай. Сидим мы, находились в районе магазина Арта. Вечером, уже перед закрытием. Пришел белый большой собак. Взял собак и заминировал газончик. Прямо рядом магазин, рядом с качелькой. Убрать не успели. Ну, собак чей-то, но он так просто пришел сам. И надо же было девушке с ребенком, ей надо было там у качелек пройти обязательно. Есть обход справа, есть обход слева, но надо было пройти по газону, по травке. Там многие ходят, уже утоптали этот участочек и прям в мину. Подорвалась, потом долго и упорно очищала обувь. Я так думаю, ей не все удалось. Ладно, друзья, а вы не заметили, что я остановился? Точнее, заметили наверняка, что я, почему я тут стою и никуда не иду. И рассказываю вам про мин. Да потому что море здесь, обратите внимание, прозрачное. Если там, в районе пляжа Маяк, где самая чистая вода, по версии некоторых, вода была мутная, то здесь, вот в районе причала, водичка прозрачная и хорошая. Люди купаются, плавают. Корабли пока просто стоят. Причала. Сочи 2014 ждет. Ждет вас. Так что как-то так. Возьму свои грязные старые тапки и пойду босиком по камням прогуляюсь. Немножечко. Полезно. Массаж. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то специально обувь покупает. Я не покупал. Один раз я покупал вот такие вот, как они называются, коралки, когда мы ехали в Дубай в аквапарке бегать там по ним. Ну, проходил я в них, наверное, минут 5-10. Мне не понравилось, они почему-то слетали, видимо, размер подобрал неправильный.
В итоге разулся и гулял так, босиком. Ну что, море показал. Море в данной местности вообще чистое, спокойное, хорошее. Обязательно постараюсь сегодня прийти поплавать. У меня, правда, есть еще два серьезных вопроса. Уже начинаем работу, так сказать, консультации, скорее еще не работу, с архитектором хотелось встретиться. В банк надо зайти, там ряд вопросов решить. Ну и поплавать тоже надо. Постараюсь сегодня днем поплавать в обязательном порядке. Вчера уделил минут 40. Не минут 40, а 40 с копейками даже плавал. Прихожу я теперь не в 8 утра, там не в 7, а выше. Пришел, выложил ролик и спокойненько на море. А там посмотрим, может куда-нибудь, если хватит времени, сначала решим вопросы, а потом уже сходим прогуляемся. Была мысль сходить сегодня на рыбацкий пешочком. Туда, пешочком обратно, но посмотрим по погоде, как зарядится аккумулятор. Он уже, гляжу, пожелтел. Вот такое вот утро, друзья мои, сегодня у нас в Лазаревском. Очень даже хорошее, приветливое утро. Народ потихонечку прибывает на пляж. Кстати, в этой части чуть-чуть тут сейчас ощущается легкий ветерок, ну такой легкий, действительно. Народ плавает, блогеры снимают, а голуби все время жрут. Жрут и жрут и гадят. Кто-то расписал тут камешки. Организатор Кудряшов Дмитрий, Елизавета, Полина. В общем, имена всех, всей какой-то группы. Кто-то тут из детворы. Вчера в ходе дневного обзора, вы помните, да, там ребята, я еще сказал, в школу не пошли, сачкуют. Вот, может быть, это были они. Кто-то проводит утреннюю фотосессию на фоне моря. Море, как вы знаете, в этой части чистое, спокойное. Это же надо было мне налететь на этот большой камень, я же его видел. О, блин. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Постараемся обойтись без матерных слов. Пальцами так долбанулся. Очень больно. Все. Ляшик готовится. Доброе утро. Очень больно. А здесь солнышко в этой части активно уже. Какие беленькие приехали прям. Беленькие-беленькие. Мужчина заметил тоже, говорит, ой, какое море. Ай, какие пальцы, хочется сказать мне. Владимир уже на боевом посту. Пойду отжимать подарки из Иркутска. Если, конечно же, они пришли. А он в машину полез, смотрите. Полез куда-то, полез. Доброе. Ты прям рано сегодня. Да. Подарки есть. Так я знал, что вчера с Иркутска должны подарки прийти. С Иркутска? Да. Сейчас посмотрим. Так. Нет, с Челябинской области. От Алены и Сергея нам вот такие вот иконки. В автомобиль. Ну да, пора уже. Как говорится. Шутка у тебя. С утра. Ну, вообще, это так, Алене вещь. Сергею, спасибо, спасибо. Да, но с Иркутска не было. Не дошли еще. Значит, еще будет. Да. Значит, еще будет. Ты купался? Нет, вообще, штиль, я сегодня не купался, потому что я поспал. Нормально, я наоборот пораньше встал, да. Поэтому и пораньше вышел. Вот. А вообще хорошо, тепло. Всем хорошего дня. Море, я смотрю, супер. Море, у нас, кстати, здесь прозрачное, а там за причалом мутное. Но везде штиль. Везде штиль. Да. Ребята, просыпайтесь и на море бегом. Я попозже приду. Всего хорошего, пока-пока. Всего, всем пока.